Что за направляющий ингредиент? Плоть моей руки. Ваше высочество. Масио Июнь, ты с ума сошла? Человеческое мясо в лекарстве? Вы этого не поймете. В мире много странных лечебных средств. 10 лет назад заболел верховный генерал империи. Ничего не помогало, жизнь висела на волоске. Один лекарь использовал желтую почву. Болезнь исцелилась. Все посчитали это странным, как земля может лечить болезнь. А генерал просто тосковал по родине, и лекарь обратил на это внимание. Использование человеческой плоти может звучать нелепо, но в классических трудах оно упоминается. Все, Июнь, покажи руку. Со мной все хорошо. Надо же быть настолько глупой. Это всего лишь легенды. Ради вашего высочества я использую даже самую абсурдную легенду. Все, Июнь. Последнее время тебе нелегко. После ваших слов я на что угодно готова. Зачем было ранить себя? Это же глупо. Ваше высочество, я хочу, чтобы вы поскорее поправились. Не волнуйся, я тебя не разочарую. Вот скажи, как таких земля носит? Человеческое мясо в лекарство добавлять. А Жунджи расчувствовался. Да я в ужасе от страха. Это не любовь, это ужас. А если однажды она возненавидит? Сегодня кусок себя отдала, а завтра тебе кишки выпустит. Что смешного? Я серьезно говорю, я не шутки с тобой шучу. Простите, я не хотела. Что с твоей рукой? Не беспокойтесь, принцесса. Это я сама. Просто не обращайте внимания. Дай посмотрю. Что случилось? Принцесса, не скажешь? Я сама разузнаю. Ваше высочество, отдохните как следует. Не обременяйте себя государственными делами. Принцесса, разве не грубо врываться сюда подобным образом? Ванер, расскажи ему. Это служанка. Ее даровала вдовствующая императрица, но она внезапно приглянулась наложнице Ма, и она забрала ее себе, павильон благоухающих растений. Принц, я заметила, что она мила и исполнительна. Да к тому же умна, поэтому и забрала ее себе. Вы же не возражаете? Это просто служанка, бери, если хочешь. Чуюй, вы пришли сюда рассказать, что она забрала себе служанку? Пусть она всего лишь служанка, но она живой человек. Масю Июнь отрезала кусок от ее руки, чтобы показать свою жертву ради вас. Не слишком ли? Или жизнь служанки для вас ничто? Все, Июнь, что такое? Вы до сих пор не поняли? Ваша кроткая наложница положила в отвар плоть служанки вместо своей, чтобы заставить вас чувствовать благодарность. Рана на руке Ванер тому доказательство. Все, Июнь, что происходит? Принцесса, вы все врете. У наложницы Марука тоже поранена. Давайте я угадаю. Рана на руке Масю Июнь фальшивая. Сними повязку. Или не хочешь, чтобы мы увидели? Принцесса, это Ванер вам такое сказала? Да. Госпожа, вы же только наложили повязку. Все хорошо. Все, Июнь. Принцесса-консорт. Теперь вы довольны?
же так? Как же так? Ваше Высочество, я не врала! Прошлой ночью наложница Ма приказала мне отрезать кусок руки. Но раз это для Вашего Высочества, я не стала возражать. Я не думала, что у наложницы Ма подобные планы. Теперь понятно. Ты услышала о планах госпожи и нарочно срезала кожу с руки, чтобы присвоить себе все заслуги моей госпожи, так? Госпожа искренне любит принца и готова пожертвовать для него всем. А ты не только не пожалела госпожу за все ее труды, но и захотела присвоить ее заслуги, наглая девка. Нет, я ничего такого не делала, правда. Принцесса, я сказала правду, я не врала. Если говоришь правду, как на руке твоей госпожи оказалась эта рана? Я не знаю. Я правда не знаю. Я верю, что Ванер не способна на такую ложь. Это легко проверить. Жунджи, вы же умны. Вы понимаете, кто здесь мутит воду. Конечно, все можно проверить, и обычные люди так не поступают. Но она была в себе уверена, когда пошла на риск. Если бы Ваше Высочество ей поверил, она бы из воробушка превратилась в феникса. Она так хотела разрушить наши отношения с Вашим Высочеством, что забыла приличие. Не знала, как мы друг друга любим. Разве пара слов могут нам навредить? Ванер пыталась оклеветать наложницу Ма, и это недопустимо. По закону ее положено забить до смерти. Но раз это первый ее проступок, из уважения к вдовствующей императрице, дайте ей 20 ударов и отправьте во дворец. Нет, Ваше Высочество! Стража! Я не могу вернуться! Меня отправили к вам! Если я вернусь, меня забьют до смерти. Пощадите, Ваше Высочество. Помогите. Я не врала. Жунджи, вы не можете отличить добро от зла. В этом деле все подозрительно. Принцесса, что я сделала такого, что вы готовы поверить словам служанки, а не моим? Ванер-прислуга, ей в голову не придет клеветать на мою госпожу. Так что, может, ее кто-то заставил? Пообещали хорошую награду. Вот она и рискнула. Ты хочешь сказать, что я подговорила служанку, чтобы обесценить жертву Ма Сюэюнь? Я не смею. Но в мире так много завистливых женщин, которым отношения между госпожой и принцем поперек горла, так и норовят вбить клин между ними. Циньюэ, хватит. Ма Сюэюнь, с каких пор твоя служанка перестала меня уважать? Биси, как ты посмела обвинять принцессу? Ударь себя. Довольно. Твоя госпожа очень добра. Приказала тебе себя ударить, чтобы меня успокоить. Но это первый и последний раз. Еще хоть одно неуважение. Язык отрежу. Поняла? Да. Жунджи, это твой дом. Делай, что хочешь. Идем. Ваше Высочество, спасибо, что верите мне. Только вот конфликт между мной и принцессой все обостряется. Сюэюнь, обещай мне, больше не вреди ни себе, ни другим. Если моя жизнь идет в обмен на твои кровь и плоть, я предпочту смерть. Ну хорошо. Ступай отдыхать. Неважно, что случится в будущем, я буду на твоей стороне. Что такое, принцесса? Кто вас разгневал? Спроси Жунджи. Спроси, что он натворил. Его Высочество? Но ведь он болен. Ясно же, что Ма Сюэюнь велела Ванер отрезать кусок руки для лекарства. А Жунджи все понял, но так и не признал. Приговорил служанку избить и выставить из дома. Это несправедливо.
Может, здесь недопонимание? Если бы Ванер хотела солгать, она бы не придумала такую нелепую историю. Наложница Ма из влиятельной семьи. Принц часто принимает ее сторону. Почему вы сейчас так разозлились? Я думаю, что он... Что он? Ланжо, ты теперь к каждому моему слову будешь придираться? Принцесса, подумайте хорошенько. Вы рассердились из-за несправедливости к Ванер? Или вы ревнуете? Я... Госпожа, зачем нужно было так поступать? Ванер прислала императрица. Ее можно ударить или отчитать, но отослать нельзя. Но если она совершит серьезный проступок, меня обвинять не станут. Но зачем нужно было себя ранить? Я приказала ей срезать плоть. И раз ей хотелось места получше, она согласилась. Но если бы я присвоила ее заслугу, она бы затаила обиду. В доме принца лишь принцесса осмелится мне противостоять. Я предвидела, что она станет искать Лю Чуюй. Пусть она и умна, но интриги плести не умеет. К тому же у нее доброе сердце. Плюс женская зависть. Она, несомненно, уже помогает Ванер добиться справедливости. Для этого вы и поранили свою руку? То есть будет выглядеть, словно Ванер хочет вас оговорить, а подстрекает ее принцесса, которая затаила на вас обиду. Две птицы одним камнем. Когда принц увидел мою рану, почувствовал жалость и сострадание. Прибавь его болезнь, раздражение. И вот он уже идет мне на уступки. Принцесса-консорт – слишком сильная натура. Они никогда не смогут жить в согласии. Госпожа, я знаю, как сильно вы стараетесь. Но глядя на вашу рану... Если господин прознает, будет переживать. Давайте наложу лекарство. Подожди. Принеси мне соль. Соль? Иди. Слушаюсь. Госпожа, соль для вас. Госпожа, сыпать соль на рану – настоящая пытка! Что вы делаете? Госпожа! 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 Лекарство исцелит рану, но соль рану только разбередит. Госпожа, вам же очень больно! Даже смотреть на вас невыносимо. Эта рана ничто в сравнении с болью в моем сердце. Если принц увидит мои раны, он начнет еще больше меня жалеть. К тому же я хочу хорошенько запомнить эту боль. Это Лю Чуюй принесла мне ее. Генерал, впереди Аньчжоу. Давайте здесь заночуем. Знаю, что вы спешите в Пинчен, но ехать днем и ночью это... А может, нам еще подождать основную армию для сопровождения? Вы же знаете, что я не это имел в виду. Знаю, что ты беспокоишься, но маршировать с армией слишком медленно. А эта граница все равно по нашу сторону. Что случится? Ладно. Остановимся здесь на ночь, а утром поедем дальше. Хорошо. Поехали. Деревня Юньмен, провинция Аньчжоу. Генерал, спасибо, бабушка. Генерал слишком обходительно. Если бы вы не прогнали бандитов, дождались бы мы мирных дней.
Мы должны вас благодарить. Не за что. Что? Что это такое? Скромная плата. Не надо. Бабушка, вы нас на ночь приютили. Если не возьмете денег, уедем. Это... Просто возьмите. Быстрее, сюда. Подойди. Называй ее генерал Хо. Генерал Хо. Смотри, я курочку на рынке купила. Покушай. Спасибо. Деревня Юньмен. Убить! На помощь! На помощь! Бегите! Ван Дзе, кто посмел убивать и грабить здешних людей? Они хорошо организованы, двигаются быстро. Прекрасно обученная армия. В нашем отряде всего 20 человек, нам их не сдержать. Генерал, ваша безопасность важнее, нужно немедленно убираться. Генерал, одумайтесь. Если с вами что-то случится, как я потом все это объясню? Я знаю, что вы хотите встретиться с принцем-регентом. И если сейчас выйдете, можете и не вернуться. Генерал, долго мы не продержимся, уходите через задний двор. Попытайтесь выиграть для нас время, да? Генерал, быстрее. Если сбежите, то приведете помощь. Пошли. Помогите. Бабушка, мне страшно. Не бойся, я с тобой. Генерал, нужно спешить. У нас только ноги, мы не можем соревноваться с лошадьми. Они скоро нас нагонят. Тогда что будем делать? Выход один. Генерал, те 20 воинов предпочли умереть. Нам не удалось разыскать Хосюань. Здесь все женщины деревни, генерал может проверить сам. Нет. Ее здесь нет. Генерал, других женщин нет. Хосюань вряд ли удалось далеко уйти. Приведите, если она жива, а если погибла, принесите тело. Слушаюсь. Докладываю генералу, на берегу следы теряются. А я-то гадаю, куда она делась. По реке ушла. Передайте приказ, искать по течению реки. Приступаем к выполнению. Подожди. Ждем приказа генерала. Местности мы не знаем. Возьмем проводников из деревни. Найти ее. Слушаюсь. Генерал, они думают, мы сбежали по реке. Будут искать нас на том берегу. Ни за что не догадаются, что мы вернулись. Генерал, вернемся на главный тракт, встретим армию, а потом непременно поймаем их всех и отомстим за деревню. Приведи лошадей. Поспешим. Слушаюсь. Генерал Хо, они схватили бабушку и всех женщин с собой увели, чтобы те показывали дорогу, чтобы вас поймать. Генерал. В лагерь за армией. Я оставлю знаки на дороге. Генерал, что вы пытаетесь сделать? Делай, что говорю. Это приказ. Генерал, нам едва удалось сбежать. Если вернетесь, значит, все было напрасно. Генерал! Генерал, мы уже долго ищем, но даже следа ее не нашли. Будем продолжать, и сторожа Анчжоу может сюда примчаться.
Тупица. Такая хорошая возможность, а ты упустил Хо Сюань? Генерал, виноват. Может, эта старуха нарочно нас не в ту сторону завела? Убить их всех. Нет! Нет! Кто здесь? Вам нужна я. Зачем убивать невинных людей? Хо Сюань? Отпустите их. Я пойду с вами. Решайтесь уже. Или сойдемся в смертельном бою. Вряд ли вы от этого выиграете. Ладно, согласен на ваши условия, я их отпущу. Но и вы не обманите. Генерал Хо, не надо. Даже если всех убью, вы уже ничего не сможете поделать. Только тронь этих женщин, и я с тебя шкуру спущу. Не веришь? Давай проверим. Ладно. Не бойтесь, возвращайтесь в деревню. Пошли, быстрее. Связать ее. Косметика! Госпожа Лэ, там жидкие румяна и пудра, давайте посмотрим. Женские румяна и пудра, только доставили. Госпожа, взгляните. Все румяна и пудра прямиком с запада. Посмотрите. Госпожа Лэ, за нами кто-то следит. Он думает, что я шпионка. Пытается слабинку найти, ни за что не сдастся. Но ведь принц Кан вам верит. Его высочество верит, а его слуги могут думать иначе. Стоит выйти, как он тут, как тут. Надоел. Он принцу еще всякие гадости про вас говорит. Хватит, помолчи. Поместье принца Кан. Господин Ци, перемолвимся словечком. О чем разговаривать со шпионкой? Не думайте, что обдурив его высочество, сможете дурить и меня. Размечталась. Хоть я его высочеству и рассказала всю правду, господину Ци так не имется. Вот и дождалась вас сегодня. Чтобы разъяснить все по порядку. И что желаете сказать? Пожалуйста. Хоть вы меня и подозреваете, его высочеству вы верны. Это достойно восхищения. Знаю, между нами большое недопонимание. Вы постоянно за мной следите, и ваши обиды вряд ли удастся залить чашкой чая. Но, надеюсь, господин Ци окажет мне честь. Давайте не будем докучать его высочеству нашими разногласиями. Прошу. Я пыталась быть с вами обходительной, а вы себе такое позволяете? Что случилось? Ваше высочество! Ваше высочество! Она! Ваше высочество, хоть я из самых низов, и меня часто травили, но это были чужие. А тут ваш приближенный распускает свои руки. Я не могу оставаться в этом доме. Юниор, ваше высочество, она пытается нас рассорить. Она сама меня на чай пригласила. Потом разбила чашку и внезапно ударила меня. Совсем свихнулась. Да, я пригласила вас на чай, чтобы покончить с нашими склоками. Ради его высочества, а вы? Захотели меня унизить. Какая наглость. Если не преподать ему урок, как потом жить? Это наглая клевета. Госпожа обожгла руку. Это не клевета. Поранила себя, чтобы на жалость надавить. Замолчи. Ваше высочество, вы и правда ей верите? Хватит. Юниор гордая девушка. Она бы не стала никого оговаривать. Пошли.
Сихен, в последнее время твои слова и поступки выходят за рамки. Из уважения к царственной матушке, я был всегда к тебе снисходителен, но в этот раз ты зашел слишком далеко. Ваше высочество, попроси прощения. Я напоминаю, что Юньер — хозяйка поместья Кан. Неважно, говорил ты ей непристойности или обвинял за прошлое. Ты вышел за рамки. Поэтому ты должен извиниться. Или с сегодняшнего дня дорога в поместье Кан для тебя закрыта. Ваше высочество. Господин Ци – высокопоставленный вельможа. Не нужно его заставлять. Извиняйся. Простите. Терпеть не могу слова «прости». Почувствовали, что такое ложное обвинение? Вы каждый день следили за мной, доказывая, что я шпионка. Вот я вам и показала, что такое терпеть беспочвенные обвинения. Ваше высочество, только послушайте, она же меня оболгала. Это все ложь. Я не приставал к ней. А как насчет слежки? Я не шпионка, обращаются со мной именно так. Господин Ци не мошенник, но обвинен в этом. Только почувствовав на себе обвинение, вы сможете меня понять. Смотрите, как трясется. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Перестаньте меня преследовать. Или в следующий раз принц Кан вас не спасет. Ваше высочество, я пойду. Ступай. Ваше высочество, чего здесь смешного? Но ведь это ты ее преследовал. Так кого винить, что она ударила в ответ? Больше не обижай хорошеньких женщин. Иначе в следующий раз она запросто тебя потомства лишить может. Ваше высочество! Значит так. Раз я ее оставил, то сомневаться в ней больше не буду. А ты прекрати подстраивать мерзости. Но если вы держите в доме женщину коварную, как лиса, она принесет беду! Принцесса, не бегите так быстро. Осторожно. Хватит за мной ходить. Я за вами. Пойдемте. Цин Юе, на церемонию приношения Будди ты с нами пойти не можешь. Что? Но... У вас есть я. Пойдемте. Не идете? Хватит, слышала, что сказал принц? Он ее отведет. Госпожа. Скажи, его высочество ведь сказал, что я сегодня прелестна. Это платье готовили специально для церемонии. Я надеялась, что надену его, чтобы сопровождать его высочество. Никогда не думала. Красивое? Просто ослепительно. Все, Июнь. Ваше высочество, почему вы здесь? Рана на твоей руке все не заживает. Я волновался, вот и пришел. Моя рука почти зажила. Не стоит беспокоиться. Зачем ты надела это в столь поздний час? А вы забыли? Завтра же церемония. Это специальное платье. Как вам? Красивое? Прости, все, Июнь. Ты не можешь пойти на церемонию. Почему? Приказ вдовствующей императрицы. Только принцесса может пойти, тебе нельзя.
Прости, Сюэ-Юнь. Ваше Высочество, вы знаете, сколько я готовилась к этой церемонии. Я просто хотела быть рядом с вами. Сюэ-Юнь, это всего лишь церемония. Зачем ты так? Я ни за что не могу бороться. Пока я могу быть рядом с вами, пусть даже в уголке. Умоляю, позвольте мне пойти. Сюэ-Юнь, это правило императорского двора. Даже принцу-регенту не под силу их изменить. Ваше Высочество, ради вас я пошла на уступки и стала наложницей. Наложницей! Просто наложницей! Что за низкий статус? Даже близкие друзья втайне надо мной смеются. Говорят, что вышла замуж за мужчину, который даже статус мне дать не может. Но я не жалею об этом. Пока я рядом с вами, я готова терпеть все, что угодно. Но мне нужна хотя бы эта возможность. Я хочу показать им, что принадлежу принцу-регенту и могу стоять под солнцем, ваше высочество. Позвольте мне пойти с вами. Сюэ-Юнь, перестань плакать. Ваше высочество, даже мои горячие мольбы вас не разжаловали. Прости, Сюэ-Юнь. Госпожа, пойдемте. Госпожа, что вы делаете? Госпожа! Госпожа! Госпожа, прекратите себе вредить! Госпожа! Да снизойдет благословение Будды на великую Вэй. Дарует вечный мир и процветание ее народу. Скрипит брачный союз Вэй и Сун. Супруга принца-регента, ваш черед. Идите. Вы должны показать искреннее желание Люсун поддерживать мирные отношения с Великой Вэй. Это самая важная церемония года. Ступайте. Я... Что? Боитесь выступать на публике? Вовсе нет. Как всем известно, я оставила свой дом и проделала долгий путь, чтобы прибыть в Великую Вэй. Я... Целью моего приезда был брачный союз между Вэй и Сун и прекращение любых конфликтов между ними. Вечный мир для обоих народов. Текст не тот. Вы и Сун — единая семья. Чуюй не понимает санскрит. Наверное, забыла слова. Так она импровизирует? Чей народ живет мирно и славно в благоденствии. Как принцесса Великой Сун, я прибыла в Великую Вэй, чтобы исполнять обязанности супруги принца-регента. Да благословит нас Будда!
Пусть великую Вэй и великую Сун соединит вечная дружба. Что происходит? Пошли со мной. Стража! Стража, потушить огонь! Потушить! Стража! Статуя Будды! Да где же все? Ваше Величество, это знамение небес. Вспыхнули не только лампы в трех тяньденах, даже жертвенник полностью выгорел. На прошлых церемониях такого не было. Это проклятие небес. Будда на нас разгневался. Почему так произошло? Ваше Величество, должно быть, молитва принцессы Люсун была лживой. Небеса разгневались, и вот и случилось несчастье. Верховный священник, должно быть, ошибается. Чуюй искренне молилась. Как это могло разгневать небеса? Принц-регент. Верховный священник уже 30 лет делает предсказания. Он никогда не ошибался. Вспомните, когда его величество возносил молитву, все было хорошо. Почему же несчастье случилось именно с принцессой? Небесное проклятие или злой умысел, нам нужно тщательно разобраться в этом. Похоже, для защиты принцессы вы на все готовы. Подношение Будде – очень важная церемония. В прошлом, когда не зажегся один из трех светильников, наш предок попытался замять это дело, и в тот самый год в Куаджоу случилось наводнение, а в Юнчжоу – эпидемия, что вызвало всеобщее недовольство. А теперь, когда весь церемониальный помост поглотило пламя, вы так просто это отметаете. Не боитесь неприятностей? Я возносила молитву по правилам. Внезапный пожар – случайность. Я ничего не сделала. Ваше Величество, прошу вас простить Чуюй. Надеюсь, вы дадите мне время во всем разобраться. Разобраться? Вы подозреваете Верховного Священника во лжи? Или же сомневаетесь в воле небес? Вы... Спокойно. Ваше Величество, срочные новости из Анчжоу. Они докладывают, прошлой ночью на них напала армия Люсун. Убито 423 человека. Нападавшие были в военной форме Люсун. Невозможно! Как же армия Люсун могла пересечь границу и напасть? Это правдивые сведения? Я несколько раз переспрашивал. И ответ всегда один. Что напали солдаты Люсун. Тут еще одно. Что еще? Похоже, вчера генерал Фэйфэн тоже оказалась в уезде Юньмэн. Хосюань? Военный министр прислал донесение, что генерала Фэйфэн захватили, когда она пыталась вызволить женщин и детей. Как такое произошло? Не могла же Сун напасть без причины? Ваше Величество, кто-то уже вбивал клин между Вэй и Сун. Вы уверены, что и на этот раз мы не попадем в ту же самую ловушку? Ваше Величество, было еще донесение. Наши военные опознали в командире вражеской армии Сэму Цзюня от доверенного соратника императора Люсун. Все это слышали, так? Это вовсе не стратегия «разделяй и властвуй», это открытая демонстрация враждебных намерений. Принцесса, как вы объясните действия Сыма Цзюня? Если бы не приказ императора Люсун, стал бы генерал вторгаться в границы Вэй. Это не просто нарушение договора, это объявление войны. Ваше Величество, все возвышенные слова принцессы Люсун были ложью. На самом деле, она шпионка Люсун. Ее настоящая цель – околдовать принца-регента и выпытать у него информацию. Недаром небеса разгневались и послали на нас огонь. Это предупреждение для Великой Вэй. За людей, что были убиты, ради процветания Великой Вэй, эту женщину нужно предать смерти. Ваше Величество, здесь нужно тщательное расследование. Ваше Высочество, вдовствующая императрица, все и так понятно. Нам ждать, пока армия Люсун постучится в ворота Пинчена, чтобы осознать, кто она есть. Не толкайте императора на решение. Не мы заставляем, это веление небес. Ваше Величество, дальше медлить нельзя. Да что вы заладили? Все подстроено заранее.
Ваше Величество, Верховный Священник принадлежит благородной семье. Может, спросим его? Верховный Священник, каков ваш ответ? Будда разгневан. Нужна свежая кровь, чтобы его успокоить. Таков естественный закон. Теперь нам придется принести в жертву принцессу Люсун, чтобы умилостивить сотни невинных жертв Вэй и успокоить небесный гнев. Ваше Величество, так и не ясно, что произошло. Нельзя поспешно убивать принцессу Люсун. С последствиями мы можем и не справиться. Принц-регент, генерал Фэйфэн была бесконечно предана Великой Вэй, а теперь мы не знаем, жива она или нет. Если оставить безнаказанной причину бедствий, генерал Хо непременно возмутится. Ради шпионки Люсун. Мы должны рисковать нашим единством. Ваше Величество, прошу вас немедленно принять решение. Ваше Величество, дело не расследовано. Нельзя торопиться с решением. Император, дело очень сложное. Нужно все обдумать. Довольно. Нельзя идти против воли небес. Подлые действия Люсун возмутили наш народ. Скрипя сердце, мне придется сделать выбор. Принцессу Люсун заключить в Министерстве правосудия. Через 10 дней ее публично казнят. Ваше Величество, принц-регент может свободно входить в Министерство правосудия. Его попытки защитить принцессу говорят об их глубокой привязанности. Чтобы избежать подозрений, давайте заключим принцессу-консорт, о нет. Принцессу Люсун в святилище и позволим Верховному Священнику о ней позаботиться. А через 10 дней свершим казнь здесь, на месте для церемоний. Да будет так. Не трогайте. Я пойду сама. Yeah. 去年之